Я всех приветствую, бродяги, на своем канале. С вами продолжаем пытаться заражать человечество своим биооружием. И что-то у нас пока это плохо получается. Как бы вроде все и хорошо, но в то же время потом как-то бах, и какая-то страна нас подводит, люди какие-то здоровые оказываются. Как оно так получается, я хер его знает. Давайте начнем отсюда, с Саудовской Аравии, потому что тут рядом Африка, в принципе. Рядом Китай, рядом Россия, все дела, короче. Попытаемся пока что заразить всех отсюда. Я немножко почитал про этот вирус. Оказывается, у него, если вот эту ветку умений всю улучшить, то есть его по полной тут прокачать, то откроется потом последняя способность. Как-то там типа аннигиляция какая-то полная или что такое. Типа ты сначала обманул людей, мол, типа мой вирус слабенький. Он такой типа не это, он никого не убивает, он все хорошо. Гены смертоносные не разблокируются у него. А потом, когда все перезаражались, ты резко эти гены разблокируешь. И тогда прям все отлично становится. И тогда все сразу начинают убиваться, умирать. Шкала смертности тогда заполняется просто по полной, отвечаю. Поэтому сейчас мы идем таким путем. Сейчас мы, короче, открываем все наши умения. После этого мы разблокируем способность к убиению. Просто убиваем всех. Самое главное нам сейчас прокачать наши вот эти вот пути передачи, чтобы быстрее он передавался, распространялся, все заражались. Чтобы все это происходило у нас быстренько. Так, куда пошло? Заразил сотни людей. Хорош. Пока никто не умирает, пока все отлично. И нужно следить за тем, какая страна там еще самая здоровая. Потому что вот это вот здоровые... Сколько там было? 37 или 40 тысяч здоровых людей? Откуда они взялись, если у меня все красное было? Я не понимаю. Кто-то считерил. Кто-то где-то считерил. Может, в бункерах попрятались. Хер их знает. Сразу поняли, что что-то не то, короче. Попрятали всех в бункерах. Так, люди начнут умирать. Это как бы не очень хорошо. Ну ладно. Пока ладно. Пока развиваем еще воду. Прокачиваем по воде. И сейчас постепенно будем развивать его умения. Потому что умения нам сейчас нужны. Умения нам сейчас как нельзя, кстати, помогать будут. Так, хорош. Пузырьки расползаются. Это прям отлично. Это прям хорошо, отлично. Вообще красота, смотри, какая. Везде, и там, и сям, короче. Как паук свои паутины везде понаплетал. Нормалечек. Россия уже пошла. Все, хорошо, сейчас все будет. Опа, опа, опа. Саудовская Аравия как разнесла-то всех. Вот что-то везде, короче, на всех сайтах, где пишут про эту вот игру, везде все советуют Саудовской Аравии. Я думаю, что не мудрено, потому что видишь, как от нее какая паутина самолетов тянется. Тут Саудовская Аравия, все аэропорты, походу, связаны. Поэтому думаю, что всегда будем теперь начинать с Саудовской Аравии. Оно само быстро заражает. Прям само быстро заражает. Заразнее ВИЧ. Так, а что у нас по смертности? Смертность у нас как бы прогрессирует, но нам нужно ее немножко регрессировать. Так, предлагаю пока по воздуху, наверное, да, вкачать. Или подожди, или давай пока что все, зараза пока идет нормально. И по воздуху, и по воде пока все идет хорошо. Лучше, пока его умения прокачиваем. Лучше вот эти, чтобы всякие не разблокировались нам вот эти кисты, пизды, короче. Деактивация гена, сокращение летальности путем деактивации ага, хорошо. Отключение летальности биооружия, останавливается с течением времени. Давай ему еще летальность, наверное, отключим. Это сокращает, а это типа отключает на какое-то время. Давай пока так. Типа, чтобы все смирно, спокойно, чтобы оно сильно не возникало, сильно никого не убивало. Пока лучше заражать. Заражаем, но не убиваем. Мы пацифисты, пока временно. Временные пацифисты здесь. Ой-ой-ой-ой-ой, как быстро-то все пошло. О, как зараза-то пошла, смотри, зараза пошла. Зараза хорошо пошла, ай, зараза пошла. А острова там нормально пошли по заразе? А ну стой. Бляха, я не успеваю кнопочки нажимать, серьезно? Ребята, прекратите, ахаха, что вы делаете? Нормалечек. А ну подожди, давай посмотрим мир. Что у нас по... Гренландия? Серьезно? Здоровая страна Гренландия. Центральная Европа, Швеция, Финляндия, Прибалтика, Марокко, Западная Африка. Чё такое, ребята? Вы чё? Не со всеми, что ли? Как это так? Одиночек у нас никто не любит. Давайте быстренько. Так, моргает плекс, убивает человечество. Быстро, очень сильно убивает. Нам это не нравится. Нам нужно его немножко притормозить. Так а чё тормозить-то уже? Уже тут тормозить нечего, тут либо уже устраивает Армагеддон в мире. Летальность полная шкала, понял? Не хочу пока так, серьезно. Сейчас если я так бахну, то тут упаду, будет плохо все. Пока лучше в Гренландию кто-нибудь сплавайте, пока они порты не закрыли там. Давайте, что у нас там? Что у нас там не хватает для этого? Нам чего не хватает? Так по воде же я прокачал нормально по воде. По воздуху не прокачал, но так по воздуху, мне кажется, уже все, кто мог, заразились.
Давайте по воде сплывите туда, сплывите кто-нибудь в Гренландию. Ну, хоть один самолетик туда. Один, вообще, самолетик туда не летает. Хоть кораблик один, хоть корабличек, хоть кораблюсечка, хоть маленькая одна кораблечулечка туда сплыви. Ну, пожалуйста, я тебя прошу. В Гренландию приплыви, приплыви в Гренландию, ну, чувиха. Какое там, капитанша корабля, приплыви, пожалуйста. Ну, серьезно, ну когда? Гренландия, эй! Гренландия, мы тут без тебя пропадаем, Гренландия. Тебя только одной не хватает. Штрафную будешь пить? Будешь штрафную пить, заразу мою. Штрафную мою эту. Гемофилия пошла, хорош. Будешь мою штрафную стопочку пить, Гренландия, серьезно говорю. Гренландия, перестань. Отлично, молодец. Вот это наша девка Гренландия. Так, а Рашка, че Рашка? Рашка как-то медленно заражается. Рашка прям вообще медленно заражается. Мне это не нравится, что так медленно заражается. Подожди. Нужно вхерачить заразу в Рашке. Так, тут воздух, да? Давай комаров, давай кровь. Вот так, вот так. А крысы где? Урбанизированные страны. Крыс в Рашке, думаю, хватает. Так, а подожди, а симптомы, что симптомы? Симптомы может даже не прокачивать, смотри. Девятнашка. Тут всего 19 очков требует, чтобы летальность просто всю бабахнуть. Нам сейчас самое главное тратиться на устойчивость к лекарствам. И вот это вот самое главное, что нам сейчас нужно. Ну давай, Рашка, 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 я тебя прошу. Я прям не прошу, я требую. А ну стой. Прокачаем вот это. А, прокачаем еще, наверное, все-таки крыс, мне кажется. Думаю, будет не лишним. У нас все равно еще сотка остается, поэтому, в принципе, мы живем. Пока еще живем, пока все у нас движется, пока все хорошо. Только что-то Канада и Рашка. Вот теперь Канада и Рашка. Канада и Рашка и Гренландия. В Гренландии 17 всего человек. Как так заражено? Нехорошо. Давай, наверное, в холодных странах, может, или хер его знает, как его лучше сделать. Или пусть все там заражаются, фиг его. Там пока никто не умирает, ну, чё бы и нет. Пускай пока заражаются. Канада что-то краснеет. А что она краснеет, и ничего не происходит в ней. Так, нормально. 50% уже, да, пошло? Бессонница пошла, хорош. А бессонница летальности добавляет. Стоять! Бессонница добавляет летальности. Это мне сейчас пока не нужно. Где бессонница? Вот это? Или пускай будет. Ну, какая разница уже. Так, или реально нет? А, так она не тратит. Она не делает... короче, на погоды не играет совсем никакой. Так, хорошо, ладно. Тогда я хочу, чтобы у меня ученые не так быстро развивали лекарство свое. А то как-то они совсем задрали меня. Еще удумали, что творят. Так, тут вот пока мне что-то не нравится совсем, как у нас в Гренландии. В Гренландии что-то начинает умирать, а тут еще зараженных мало. И вообще не понимаю, что так, что там не так. Давай устойчивость к холоду повысим. Я не знаю, что оно, как там это все нам заставить ее нормально распространяться, болезнь там. Именно там. Может, птицами, слышь? Сейчас же опять напрокачиваю херни, а потом будет плохо все, мне кажется. Откатим, давай вот эти пока все вот это вот все откатим. Ну давай птицами. Хотя у нас потом не будет очков на вот это. Не, давай пока ничего не будем делать. Давай пока просто смотрим и ждем. Просто смотрим и ждем. А что ждать-то? Долго ждать, ну капец. Долго-то мы так выждем с вами. Вот смотри, что происходит уже. Гренландия, что нам надо делать, чтобы ты там нормально распространялась болезнь? Что? Я не понимать. Серьезно, я не понимать. А лекарства почти уже сделали, все. И я не могу ничего с этим поделать. Смотри, я не могу совсем ничего с этим поделать. А может и могу, а ну стой. Может еще и могу. Если вот это сниму, это же будет плохо, да? Это же будет совсем плохо. Давай симптомы пока подкатаем. Что нам остается? Нам просто терять пока нечего. Попробуем так, а ну... У нас просто есть одна кнопочка, которую можно нажать и всех сразу убить. Ну, будем использовать как бы ее. Крысы, комары. Что ж там с Гренландией-то не так? Алло. Вообще не понимаю, почему там вирус... Эффективность болезни в холодных странах. Так не хватит мне очков. Всего восьмерик остался один. Как-то совсем все тухло, смотри, совсем все тухло.
Канада филонит. А как оно так? А как оно так? Вот как оно так? Серьезно, как оно так? Прибалтике, короче. А почему? От чего оно там зависит? Что для этого нужно? Вот что нужно, чтобы Гренландию взяли? Холодная страна, понятно. А что с Канадой, например? Холодная страна плюс... Но это нам, получается, надо прокачивать, наверное, заразу в холодных странах, да? Блядь, ну это болезнь какая-то, тупая болезнь. Вроде как все нормально было, теперь, видишь, опять ненормально. Все ж получалось-то, как оно опять не получается? Что для этого нужно делать, я не знаю, серьезно, души не ебу. Просто в души. Охренеть, просто охренеть. Хорошо, давай снова страшки, но тогда же у нас вот тут вот будет страдать. Но она, тогда у нас было все эффективнее, чем вот когда мы начали Саудовскую Аравию, серьезно. Давайте снова страшки, серьезно, это я отвечаю. Я уверен в этом, что нужно страшки начинать. Потому что Саудовская Аравия, если начнешь, сценарий будет тот самый. Будет вот это вот страны вот эти будут гулять. Просто будут гулять. А тут у нас гуляет, наверное, Африка, но где-то там что-то, короче, можно немножечко прокачать вот это вот, дернуть за жаркие страны, за успех с заражением в жарких странах, и все будет хорошо. И вирус там распространится нормально. Так, смотрим. Сейчас тогда бырячком включаем себе вот эту вот прокачечку по воде. Хорошо. Пока что вроде как нормально все, движемся в нашей, к нашей цели. Хорош. Так, теперь прокачиваем сразу же вот это. И прокачиваем, наверное, вот это. Отключение летальности. Оно-то уже типа летально, да? А давай немножко ее отключим. Прокачаем вот это. Теперь вот так. И вот так. Пока что все, хорош. Наблюдаем за процессом. Что у нас там пошло? Процесс какой-то пошел, что-то, короче, мучится, болезнь крутится. Но пока этого всего мало, и чтобы составить общую картину, нам пока все непонятно. Бессонница пошла, бессонница, ну ладно, бессонница пускай будет. Бессонница, короче, пускай симптомы максимально у нас вот это... открываются, пускай симптомы появляются, чтобы потом, если что, я их мог пооткатывать, чтобы мне лишние очки ДНК были. Потому что я и так могу кнопочку нажать и всех убить. В один прекрасный момент. Поэтому все эти симптомы нам пока что погоды особо не делают. Пускай они просто появляются, они потом мне службу послужат уже в конце. Ну давай, давай, на острова иди. Вот сейчас Россия нормально заражает, сейчас прям хорошо. Прям отлично. Так, люди умирают уже, конечно, начинают уже умирать постепенно. Это не совсем прям хорошо. Для этого нам нужно сейчас быстренько вот это вот за смертность немножко затормозить. На время, так сказать. Видишь, тормозили, но походу немножко не так развивается. Все равно развивается, быстро умирают. Толку, что мы тормозим вот это вот. Вот толку, что мы его тормозим, вот толку. Давай так еще сделаем. Еще много незаразных стран еще осталось. Еще так, Гренландия пошла, хорошо. Вот Гренландия что-то в последнее время меня расстраивает. Что с ней случилось такое? Раньше такая она не была. Заражайся там нормально, что ты? Киста пошла. Ну сплавайте кто-нибудь в эту, в Австралию сплавайте, Новую Гвинею, Мадагаскар, вот там вот все, Новая Зеландия. Быстро, говорят, убивает. Бляха, муха, что с этим, что с этим будешь делать? Что с этим будешь делать? Понимаешь, что с этим будешь делать? Быстро убивает. Я знаю, что она быстро убивает. Я-то что? Давай усыпим опять ее. Чтобы не так быстро. Как-то и очков в этот раз как-то нам мало дают. Еще-то как-то сложно стало прям вообще. А че так, я хер его знает. Вот не хочет игра, не хочет, чтобы мы выиграли. Не хочет, понимаешь, не хочет, чтобы мы затащили. Прям вообще не хочет, абсолютно. Синие пузырьки, задрали меня синие пузырьки. Начинается уже разработка лекарства по полной, я смотрю. Уже прям по полной начинают разрабатывать. Черти.
Ну что тогда, не знаю, может вкачать комаров? Просто а что еще остается? Пускай пока занесут еще на этот, на Новую Гвинею и на Мадагаскар. В Индонезии пока есть, нормально. Вот так вот Гренландия нормально заражается. А что тогда при сценарии Саудовской Аравии она как-то слабо заражалась? Я вообще в душе не гребу. Заразнее обычной простуды. Во! Пошла Канада уже за ней следом. А жаркие страны, наоборот, отдыхают. Поэтому нам сейчас нужно с вами быстренько прокачать вот именно для жарких стран комаров. Чтоб комары скорее всех там покусали за жопы. И пошла хорошая зараза. Нормалек. Пошла уже сыпь. Тихо, тихо, тихо. А как оно тормозит вот эти вот разработки лекарств, я не могу понять, когда я щелкаю эти бутылочки. Оно же не тормозит нихера. Оно же... Вот чё? Вот чё я затормозил? Оно же дальше пошло развиваться. Нихера оно не тормозит. Как оно вообще работает, я хер его знает, честно говоря. Так. Что с Африкой-то не так? О, начинается, начинается. Хорошо. Нормалек. Блять, ебаный Мадагаскар, сука, зачем? Зачем ты это сделал, дебил? Зачем ты это... Ну кто тебя просил? Ну собака, закрыл границы. А что я теперь буду делать? Как я буду теперь заражать там людей? Смотри, у меня же теперь вот что? Мадагаскар, сраный остров, остался один. Здоровый остался, блять, Мадагаскар подставил меня так. Ты меня подставил, сука. Ты меня подставил, подъебал меня. Просто Мадагаскар. А нельзя как-нибудь там что-то прокачать такое, чтобы оно вот, вот именно, я не знаю, что-нибудь прокачать, чтобы оно прям пошло по воздуху какому-нибудь, распространилось, там на Мадагаскар прям пришло, не знаю. Ну, нельзя. Если закрыл границы, это означает, что уже все. Мне кажется, это означает, что уже хана, просто хана. Уже что бы ты ни делал, но границы там закрыты, туда никто не сплавает, не полетит, и там уже ничего не будет. Там дело уже не выгорит. Ну какой тогда смысл в этом всем? Ну так же хорошо шли. Какой тогда смысл? Откройте границы, ребята, мне надо заехать. Я там вещи забыл, когда переезжал, откройте, ну серьезно. Я не заразный, я никого не заражу. Так, подумаешь, почихаю на ваших там консьержек, которые будут охранять подъезды или что там. На Мадагаскаре, интересно, есть консьержки? Мадагаскарские такие в этих... В... Конечно, понятно. Все понятно. Таких в этих, знаешь, типа, перьях павлинов. Там же живут павлины или нет? Или не живут, я не знаю. В этих, в листьях всяких, сиськи прикрывают всякими листочками такими там. И копья в тебя кидают, если ты, короче, не подходишь, по фейс-контролю не прошел. Такие там злые консьержки, понял? Лысые такие, бритые, разрисованные у них шрамы, это вот панаж выжигают все шрамы всякие там, короче, вот эти губы прокалывают, там уши такие у них, как у слонов. На Мадагаскаре суровые племена живут. А ты думал? Я не знаю, что мы с этим вирусом будем делать, он сложный какой-то, биоружие, ну, блять, он же вроде как легкий, и в то же время сложный, вот что с ним делать? А вот эти вот бибизианы всякие и вампиры, это, наверное, еще будет хуже, да? Я уже не знаю, куда хуже. Я уже даже не знаю, куда хуже, серьезно. А может, давай быстрый старт возьмем, слышь? Прям вначале что-то прокачаем там. Дарвиниста убрать. Или надо, или не надо. Смертность. Не надо пока. Хотя, блядь, я не знаю, я, честно говоря, не могу решить. Вот, чем больше у нас прокачивается автоматом мутаций, тем больше потом возможных откатов, да? И дополнительных очков. Почему бы и нет, хорошо. Терацит, болезнь по суше, аэроцит по воздуху. А у меня этого всего нет. Агрофил, сельской местности, гидрофил. Во влажном климате, ксенофил, засушлив. Ксенофил давай поставим, чтобы Африка нормально была. Во. И теперь за кадром дойду снова до общей заразы, а потом мы с вами продолжим. А то что-то как-то это все долго и нудно. Так. Здоровых стран нет ни одной. И только что вот самая последняя была Гренландия. Тютелька в тютельку, понимаешь? Только она закрыла, только крестик нарисовался на пристани, там где закрываются границы. И сразу мой кораблик красный приплыл, и я говорю, ой, я всех заразил. Вот
Если бы вот чуть-чуть там миллисекунды не хватило, если бы вот реально я не успел, я бы проиграл уже. Гренландия бы осталась одна бы нетронутой. Гренландия, понимаешь? А сейчас там будет все быстро процветать, а потому что мы повысили себе. Мы себе повысили. Смотри, что я сделал. Я себе повысил к холоду вот это вот. Потому что у меня и так стоит ген в вирусе. Изначально я ставил ген, чтобы распространялся быстрее по суше. То есть по засушливым климатам. То есть там, где Африка, там где вот это все, короче. Поэтому я себе вкачал там, где холод. Там, где больше вот это вот Канада, Гренландия. Потому что в прошлый раз они нас подводили. Начал с Саудовской Аравии, снова решил попробовать. Симптомы эти сами собой у меня что-то прокачиваются, короче, я туда не слежу. Я прокачал больше воды, меньше воздуха и больше птиц. Я птицы, потому что птицы по воздуху распространяют. Они летают, короче, и распространяют по материкам, по всем. Они вон даже нападают на другие виды и заражают эти другие виды, а другие виды заражают людей. И это круто. Так, смотрим. У нас всего как бы много, но что-то как-то вот Гренландия все равно немножечко подфилонивает. Я не знаю, от чего это как бы зависит. Давай сейчас делать вот так. Давай сейчас вот так. Это все надо пооткатывать. Пока так. 63 как-то все равно мало. Гренландия, ну что с тобой не так? Ну серьезно. Долбаная Гренландия, вы че? А вот как ее заразить? Так чтобы вот, так чтобы вот. Давайте, ну. Гренландия, из-за тебя все. Так, быстро, подожди. Ух, как сейчас все плотно. Сейчас, подожди, тихонько. 35-ка нужна, 35-ка здесь нужна. Тут 17 надо. Так а что, я сейчас пооткатываю, и все равно, оно же это, оно же не поможет ничем мне. Оно же мне ничем сейчас не поможет. Мне очков все равно не хватит, как бы. Или хватит, или не хватит, подожди. Если я откачу вот это все, да? Откачу вот так. Пути передачи. Так, птиц откачу. Просто Гренландия самая последняя заразилась и все нам испортила. Все нам испоганило, нам всю картину, короче. 40. Тут 35. А мне хватит? Мне не хватит. Ну хоть так пока давай, я не знаю, короче, это как-то все плохо опять. У меня очков-то больше нет. Я просру сейчас, я, короче, опять проиграю. Из-за Гренландии все, но сценарий был хороший, согласись, сценарий был хороший. Все перезаражались, короче, все заразные, у меня получается ни одного... Ну все, ну видишь, что происходит, ну все, 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 все. Я тебе говорю, это самая сложная болезнь пока. Вот после, наверное, этого, после зомби-апокалипсиса самая сложная болезнь. Потому что там надо было воевать с этими, с как его, с Z-комом, типа. А тут, типа, вот так вот. По-моему, все хуже даже еще. Хер его знает. Надо сейчас продумать это все тщательно. Бляха-муха, что делать? Давайте еще, короче, одну нарезочку снимем, последнюю. Если не получится, значит, уже на следующую серию оставим. Потому что, ну, что делать, я без понятия совершенно. Охереть, мне, короче, дали достижение «Ходячий мертвец». Называется комбо «Ходячий мертвец». Бессонница и анемия заставляют людей ходить серыми от усталости. Работа ученых над вакциной от болезни Маргоплекс становится менее продуктивной. Камбушечка, это как? Это надо типа бессонницу и анемию сделать, да? Это как? Это где? Серьезно, так можно было? Я не знал. То есть ты прокачиваешь бессонницу и анемию, типа... А, ну может быть оно не всегда работает, но в моем случае сейчас сработало. Если вы слышите, там поют птицы на улице, это у меня, короче, форточка открыта, а то у нас наконец-то дожди прошли, началась жара. Мадагаскар закрывается. Ага, ну закрывайся, там уже все заразные. У нас началась жара, короче, и я поэтому открыл форточку, потому что просто невозможно, ну серьезно, душно. Так, парам-па-пам-парам. Видишь, вот опять она нас подставляет, опять нас Гренландия. Вот все из-за нее. Все всегда из-за Гренландии. У нас еще, короче, что? Швеция, да, и у нас еще Марокко. Швеция, Марокко... Ну, Швеция и Марокко там быстро заразятся, потому что там как бы границы. Но вот Гренландия, если она закроет сейчас свой порт, то это будет пиздец. Я потом брошу все нахер и уйду. Уйду в закат. Паранойя. Гренландия, хорош, красава. Мне это уже начинает нравиться. А теперь смотрим, что, куда, как можно. Подожди. Давай немножечко вот это вот все, вот это вот попрокачиваем сейчас. Вот так и вот так, чтобы потом еще бабахнуть сразу 22 очка.
Говорят, бороться с разработкой лекарства. Да это понятно, что надо бороться. Да как его бороться? А что у нас тут по распространению? Подожди, распространение. По воде и по суше, мне кажется, точнее, по воде и по воздуху, мне кажется, уже можно откатить. И начать прикатывать что-нибудь другое. Например, кровь. И, например, что тут? Крысы, урбанизированные страны, сельское место, домашний скот. Давай домашний скот попробуем, а чего бы и нет. В Канаде есть сельская местность. И что? Гемофилия пошла. Ну давайте, ну чё вы так медленно-то? Всколыхнитесь там, вспыхните! Восстание, в конце концов, поднимите, бунт устроите, ребята. Мне ли вас учить? Блин, как они быстро это лекарство разрабатывают. Прям вообще нехорошо. В Швеции что-то как-то слишком мало всего. В Швеции зараза маленькая. Это потому, что никто не чихает. Вот если будут кашлять, если будут чихать, то будет все зашибись. Смотри. Чихайте давайте, ребят, чихайте. Чихайте. Я вас прошу, чихайте. Обчихайте всю Гренландию и всю эту, пожалуйста, мне. Эту, как ее, Канаду. Северную Америку. Так, а вот так вот. Вот так вот, пока что. А тут на 24. Ай, бляха. 89, 91. Почему так быстро делаете лекарства? 95. Вы что, вы издеваетесь так? 82, 83. Так я опять не успеваю. Я опять не успеваю, нихера. Я опять не успеваю из-за того, что... Стоять. Возврат. Возврат. Вот что будем делать? Что будем делать? Как будем развивать теперь все? Как теперь будем, мать его, развивать? Откатывай тогда все симптомы. Что нам остается? Я уже просто выхода другого не вижу. Абсолютно выхода другого я не вижу. Бляха, вот что делать? Вот что делать? А тут нам нужно 36, а у меня не будет 36. Как говорят, бать, бать, есть у тебя руб? А я говорю, батя, нихуя нету. Щелбан только для тебя есть, молокосос, иди еще в школе учись. Так у меня нету, а теперь есть. Но все равно это нам не поможет никак. Это не поможет, потому что тут очков надо, а мне очков не дадут. Обосрись. А вот возьми и обосрись, понимаешь? Возьми и обосрись. Как тут выиграть? Как тут выиграть? Я же вкачал. Вот почему они туда не плывут? Почему они не плывут в Гренландию? Почему? Кто мне объяснит? Может начать на этот раз с Канады, с Гренландии, типа? Да в Гренландии аэропортов нет. Хер его знает, как его лучше поступить. Хер его знает, хер его знает. Ах. Что? Ну что? Что вы? Что вы? Все, короче. Все, еще одна попытка, все. Еще одна пытка, и все. И потом точно все. Смотри, что произошло. Как поплыли-то все. Ты видал? Ты это видал, как все поплыли? Тупо Канада вспыхнула. Россия вспыхнула вместе с ней. Сейчас тьфу-тьфу пока. Только Гренландия снова меня подставлять начинает. Гренландия опять меня подставляет. А, давай теплые страны. Или давай, наверное, вот так пока. Вот так. Хорош, хорош, пока хорош. А теплые страны без нас заразятся, смотри. Нормалек. Пошла лихорадка. А знаешь, почему так получилось? Потому что я начал прокачивать сразу же, сходу же, симптом кашля, пневмонии и чахотки. То есть, когда люди кашляют, чихают, они быстрее разносят заразу. Это слюни, вот эти слюнки летят на тебя, короче, оседают на твоей поверхности твоего лица, попадают в рот, в нос, в уши, в глаза, и оно все вот это, вся вот эта система, оно тебя заражает. Поэтому это круто. Я додумался до этого, конечно, поздно, но ладно.
Даже лекарства эти лошары не успеют, смотри, сделать, потому что Гренландия сейчас обчихается вся. Лекарство как-то медленно работает, честно говоря, и я думаю, что мы успеем заразить все. Все, всех и вся. А умирают мало, видишь, нормально. Нам сейчас нужно добиться, чтобы весь мир был заражен. Просто весь мир, чтобы был заражен, а потом начинаем убивать. Просто систематически всех, ну, уничтожать. Просто вот просто максимально всех уничтожим сейчас. Внезапно такая вот кнопочка АЗ-5 красная такая. Нажимаешь, и все, никого нет. В мире не осталось здоровых людей. Я нас с этим поздравляю. Наконец-то. Вот недаром я сказал, что еще одна попытка, и таки не выключил игру. Недаром, потому что сейчас мы все затащим. Сейчас все будет красиво, смотри. Сперва я хочу немножко им откатить лекарства, чтобы они его не делали. Чтобы они вот его вот это вот, не это самое, не вот это вот. Так, 25, а тут 32. Нам хватит? Не хватит, по-моему. Подожди, 25 плюс 32, 57. Нам хватит, смотри. Хопа. Это будет какой откат? Это будет 60-ка, хорош. А теперь смотри, резко, резко, просто резко. Аннигиляция. Кто хочет нажать? Кто хочет кнопочку нажать? Кто хочет нажать кнопочку аннигиляции? Кто хочет нажать кнопочку аннигиляции? Кто хочет ее нажать? Конечно же я. Вот так сейчас смотри, вот так вот, хопс. И я вышел куда-то, не понять куда. Подожди, надо нормально нажать. Надо нажать нормально, подожди. Вот так. А теперь смотрим. А теперь просто смотрим. А теперь смотрим. Как пошло, как пошло, как поехало-то. Как поехало, можно ему помочь. Давай мы поможем, смотри. У нас есть подавление иммунитета. У нас есть фиброз легких. Нет, фиброз легких не надо. Отказ органов, только не хватает, не хватает, нам немножко не хватает. Так а все равно я выиграл-то уже. Че, куда вы лекарства? Лекарства делают. Они все продолжают бороться. Вот за что я уважаю людишек. Они продолжают. Они понимают, что они проиграли. И все равно продолжают бороться. Смотри, продолжают. А я им фиброзика добавлю. И все. Че вы теперь продолжаете, ребятки? Че, куда? Эй, вы! Смотри, как мне проиграли просто. Позорно проиграли мне. Кома, все, все спят, все в коме, все уснули. И последняя какая-то граница еще закрылась. Только то, кто там закрылся? Кто? Вот кто-то тут. Испания. Последняя. Победа биоружия. Вот надо было так сразу, понимаешь? Надо было просто сразу развить нам кашель и чахотку. Кашель и чихание. Вот это самое главное. Запомни, если ты будешь играть за биоружие, сразу развивай симптом кашель и чихание. И можно не развивать тебе передачу по вот этим вот птицам, комарам, крови. Кашель и чихание. Передача по воде немножечко развита. Две ячейки. Одна ячейка по воздуху, и тебе хватит. Совершенно тебе отвечать, тебе хватит. Смотри, как они обчихались все. Канада, Россия. Главное развить также холодные страны, вот устойчивость к холодным странам. Поставить ген, если у тебя есть ген, к теплым странам, чтобы Африка нормально подтянулась. И все будет хорошо. Вот это вот вся система игры за биовирус. Вот и все, мы затащили. Ген урбофил. Это типа что-то в городах, да? Я так понимаю. И отлично, я вас поздравляю. Мы теперь разблокировали следующую болезнь, хотя она, походу, не была заблокирована. Вот это сиамианский грипп, это, скорее всего, обезьяны. Там что-то люди будут деградировать, обратно в обезьян превращаться. Хорош. Все, на этом мы серию давайте закончим. Реально, мы слишком сильно постарались, слишком сильно поманались, но мы затащили, мы выиграли, мы всех заразили. Все, подписываемся, ставим пальцы вверх. Удачи, всем до новых встреч, всем пока.